Главная ледовая площадка «Люберец» готова принять посетителей. Каток на стадионе «Торпедо» заливали в несколько этапов. Во сколько обойдется почувствовать себя настоящей звездой фигурного катания, узнавала Анна Троян. Самый большой каток «Люберец» традиционно выполнен из натурального покрытия. Его готовили в несколько этапов. Сначала дождались, пока снежный покров застелит все поле. Затем так называемую «белую подушку» укатали и начали пошаговую заливку льда. После шлифовки гладкое пространство готово к тройным тулупам и пируэтам люберчан. Подготовка льда у нас происходит каждую ночь. То есть мы после каждого закрытия катка, каток закрывается в 10, сразу чистим лед и начинаем заливку льда. То есть заливка льда, шлифовка льда. Вот всю ночь мы ведем подготовку. Если идет снег, естественно, в это время заливки льда не происходит, вот, потому что лед получается невысокого качества. Площадь катка на стадионе «Торпедо» 16 тысяч квадратных метров. Это позволяет проводить здесь крупные зимние спортивные мероприятия, игры, ледовые шоу и просто комфортно чувствовать себя, пребывая на площадке. Замерзнуть на катке тоже не получится. На стадионе «Торпедо» открыто кафе. Там можно перекусить и согреться горячим чаем. Вход на каток в выходные и праздничные дни взрослому обойдется в 250 рублей, ребенку 100. В будни покататься можно дешевле. Взрослому 150 рублей, ребенку 50. Время пребывания на ледовом пространстве не ограничено. Время не ограничено и для пользования взятых в аренду коньков. Те, у кого есть свои, смогут заточить здесь лезвие. В прокат можно взять также хоккейные клюшки и шайбы. Кроме того, на главной городской ледовой площадке предусмотрены льготы при предъявлении документов. Многодетные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети до 7 лет, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла могут посещать каток бесплатно. В понедельник и четверг вход свободный и для пенсионеров. По выходным каток готов принять своих гостей с 11 до 22.00, по будням с 16.00 до 10 вечера. Анна Троян, Сергей Гвоздев, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.